Ребят, всем привет! Не могла также обойти тему по поводу Михаила Ефремова, заключение его на 8 лет лишения свободы. Я хотела предложить Михаилу Ефремову, и где он будет отбывать указанный срок, установить камеру и будем смотреть за него в реальном времени реалити-шоу из мест колонии, из столь отдаленных. Михаил Ефремов, мы с тобой, давай там концерты, там роли, театры с артистами оттуда же. Как Дом 2, вы понимаете. Стоит задуматься. Всем пока. Всем пока.